Одним точным ударом можно моментально вывести противника из строя. Рукопашный бой сродни боксу, однако намного зрелищнее и при этом сложнее. В свои 17 лет Николай Фединович является кандидатом в мастера спорта. В этом году он планирует поступить в военный институт физкультуры. По словам спортсмена, все зависит от качества тренировок. Каждое занятие они выкладываются на полную. Очень качественно и хорошо. Сначала мы разминаемся, потом спарринги и скакалка и домой. Рукопашный бой интересен не только юношам. Елизавета Савина в спорте уже 9 лет. Начинала с дзюдо и самбо, но все свои способности раскрыла именно здесь, в группе по рукопашному бою. За полтора года спортсменка заняла призовые места на Евроазиатских играх, первенствах России и Южного федерального округа. Очень много мы знаем девушек и взрослых женщин, которые сейчас преподают. Участвует на Олимпийских играх также. Я хочу стать тренером. Тренер Александр Толовский ведет секцию по рукопашному бою полтора года. Также преподает дзюдо и самбо. Именно он взрастил известных анапских чемпионов Анатолия Шевченко и Надежду Павлову. По словам наставника, достичь можно любых вершин, если прилагать максимум усилий. За счет стремления, за счет желания, стараются ребята, тренируются, выкладываются по полному, а это все воздается. Занятия по рукопашному бою Александр Толовский проводит бесплатно. Поэтому из-за финансовых трудностей спортсмены не могут участвовать во всех соревнованиях, а ведь побед могло быть еще больше. Тренер благодарен спонсорам, которые им помогают. Уже в сентябре, благодаря в том числе и поддержке меценатов, спортсмены отправятся на первенство мира, где в составе сборной будут отстаивать честь страны. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.